Накопил я еще немножечко ходов, и постараемся мы сегодня еще каких-нибудь, возможно, наград забрать с нового мероприятия. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня, по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Мерл Хира, и в сегодняшнем ролике, как вы, наверное, уже догадываетесь, мы вместе с вами продолжаем участвовать в том самом ивенте, который называется Мема, с возможностью открывать карточки, ну и в дальнейшем получать те самые эксклюзивные, возможно, награды. Это как минимум у нас гранаты, которых еще нет в игре, но в данном событии можно получить. Исходя из предыдущих видеороликов, вы, наверное, уже можете наблюдать картину, когда я, в свою очередь, уже получаю гарантированно элитный про пропуск ДДшечки, что, в принципе, наверное, не совсем то, что я бы хотел, но сегодня мы с вами будем, я надеюсь, что что-то еще новое стараться выбивать. Поэтому вы, в свою очередь, обязательно данный видеоролик поддерживайте активностью в виде пальчика вверх. От него будет зависеть, насколько мы много в следующем видеоролике вместе с вами потратим именно кристалликов на прохождение данного события, потому что 30 лайков плюс один ход, 60 лайков 2 и так далее. То есть, чем больше, тем мы вместе с вами быстрее данное событие пройдем. Ну и, конечно, поделимся уже общим итоговым результатом. Заодно, если оказались впервые на канале, конечно же, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Я, в свою очередь, напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте в настройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Все подробные информации есть на нашем сервере в Дискорде. Присоединяйтесь, ознакомливайтесь, ну и также не забывайте заполнять эту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Но я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте вместе с вами будем начинать проходить. Я напомню тому, что я, в свою очередь, прошел миссии, которые были как раз таки во вкладке мема. Пока что мне не предлагают ничего нового, но, скорее всего, на следующий день мы это с вами уже сможем опять же вернуться и выполнить. Есть у нас 4 хода, плюс один я как раз таки приобретаю за вашу активность, хоть она была и не самая большая, ожидал, конечно, поболее, но в любом случае цель небольшая достигнута. Поэтому я трачу еще очередных 300 тысяч. Поэтому прожимайте лайки, пишите комментарии, делитесь своими также впечатлениями, и мы обязательно, может быть, в следующий раз уже закупимся гораздо большим количеством ходов. Так, ну что, друзья, у нас получается нижняя пока что мной не тронута. Поэтому, наверное, даже стоит попробовать сегодня как раз таки именно там и что-то пощупать. Где именно? Это, конечно, штука рандомная максимально. Хотелось бы, конечно, еще получить боевой пропуск, потому что у меня как раз-таки один уже с карточкой получен был, да, то есть я пернув могу, открыв уже дубликате где-нибудь как раз-таки заполучить. Легендарный ключик хочется. Твинси, кстати, уже есть. То есть такие награды примерно у нас имеются на данный момент. Давайте, наверное, попробуем четвертую. Что из этого выйдет? Не знаю, или пятую попробовать. Тут элитный пропуск мне выпал. Так, ну, рандом, конечно, он таков, что тут и не угадаешь. Так, давайте это попробуем. Разворачиваем. Ой-ой-ой-ой-ой, легендарный ключ. Блин, ну-ка, насколько азартная эта игра, не представляете себе. Реально можно все потратить. Я, конечно, еще практически ничего не тратил, но опять же, насколько приятно в таком событии участвовать. Что-то такое необычное, новое и дающие желание эмоции, да, определенные. Так, поучаствовать и пройти до самого конца. Так, а где же легендарный ключ еще может быть? Блин, я думаю, что где-то тут. Но в этом же ряду у нас мало открыто карточек. Тут как бы ДДшки, ядерная энергия. То есть в этом ряду что-то еще, наверное, раскрыто серьезное. Блин, а может быть и тут где-то. Я не знаю, честно говоря. Так, а давайте попробуем прям... Ну, из края уже была награда интересная. И тут было вот по центру. Где-нибудь, может быть, тут попробуем. Хотя тоже такой треугольник интересный. Блин, даже не знаю, куда тыкать. Конечно, шаги еще есть. 4, да, есть еще. Мы один крыль, то есть 4 еще мы можем сделать. Так. Давайте, наверное... Но у меня почему-то манит именно... Вот это ряд, да, в котором у меня приоткрыты награды, из них как бы никакие весомые мы не получили. Тут твинси есть, гранаты, пропуск. Вот мы нажмем, давайте сюда прям. Ну а вдруг нам повезет? Мины.
Так, но, к сожалению, то есть дубликат мы не нашли. Как минимум, легендарный ключ уже имеется. То есть мы, конечно, должны еще найти вторую карточку, дабы потом, приоткрыв их, уже получить гарантированно по окончанию ивента. Три шага у нас еще есть. Куда мы еще можем с вами нажать? В этом ряду тоже. Блин, у меня вот манит последний ряд. Давайте прямо сюда нажмем. Дашки, к сожалению. Так, дашек у меня пока еще нету. Но припасы, наверное, забирать не буду. Так, ну вот с первым шагом повезло. Со вторым и третьим как-то не особо. Так, ну... Я, честно, не знаю. Давайте прям закрытыми глазами. Реально сейчас закрытыми глазами попробую. А, нет, подождите, закрытыми лучше не угадывать. Потому что я сейчас выберу ту карточку, которая так приоткрыта. Это не вариант. Давайте прям сюда нажимаю. О, гранаты. Блин, ну, наверное, пока мы этим ходом гранаты не будем забирать, скорее всего, да? Потому что лишь один раз я могу нажать. Скорее всего, пока этого делать с вами не будем. И еще один шаг мы можем... сделай. Так. Гранта, конечно, хорошо, но боепропуск хочется. Хочется БПшечку еще забрать. Давайте прям сюда нажму. О, 7 дней према. Неплохо. То есть мы сегодня с вами как минимум 3 награды интересных приоткрыли. Конечно, гранаты в будущем, когда появятся, они будут гораздо выгоднее, чем сейчас предлагают в этом событии. Но как минимум это эксклюзив определенно на данный момент, поэтому это тоже приятно. Легендарный ключ, гранаты и прем. Дашки и минки, да, мы сегодня получили с вами. Конечно, хотелось бы побольше, но с другой стороны, у нас в целом с вами сегодня очень даже тоже не самый плохой результат. Поэтому поделитесь тоже своими комментариями, впечатлениями, возможно, кто участвует в ивенте, что уже сумели в свою очередь приоткрыть, как раз какие награды уже видели, где они расположены. Может быть, кто-то из вас, а я знаю, что есть такие зрители, которые уже завершили полностью мероприятие, может быть, большинство наград уже основных забрали, но я в свою очередь еще имею большое количество дней, как и вы, как раз таки выполнив миссии, будем с вами постепенно, думаю, что раз в несколько дней стараться ходить. Ну и, конечно, от активности будет зависеть вашей, насколько в следующий раз мы закупимся сильно теми самыми ходами за кристаллы, а может быть даже и за танкоина. Будем смотреть, насколько у нас много на это все кристаллов лайков будет уходить. Поэтому, если набираем мега много лайков, друзья, может быть, и 6 миллионов мы в следующий раз с вами да и потратим. А этого, возможно, хватит на завершение полноценной этой игры. Заодно, конечно, кто оказался первым на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчики, дабы не пускать видеоролики. Вчера, кстати, вышел видеоролик по поводу нового обновления с внедрением тех самых ботов, чуть ли не до самого максимального нашего звания в игре. Поэтому, кто упустил, обязательно тоже забегайте и делитесь своими комментариями. Ну и предлагайте идеи для будущих наших видеороликов. Ну а с вами, друзья, был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч!